большому удачному поселку, но, скажем так, с большим количеством посетителей. Посетителей примерно мы оформляем примерно пропуска на только на родственников и владельцев участка примерно 52 пропуска в год. Плюс количество посетителей, которые задействованы на обслуживание. То есть какие-то ремонтные работы, какая-то доставка товаров, еще что-то. Это когда люди обращаются к нам, это еще примерно столько же. Задействованы люди на оформление, на проверку, на контроль, соответственно. И в ходе контроля мы это зачастую также выявляем факт, когда посетители едут, не оформив соответствующие пропуска. А это и является нарушением действующего природоохранного законодательства, а также административного кодекса Российской Федерации.